улица Шавкуненко, 3. Девятиэтажный кирпичный ведомственный дом. Входы в парадные не в лучшем состоянии, но установлены домофоны. Возле дома высажены ухоженные цветочные клумбы, огражденные свежевыкрашенными коваными заборчиками. Места для парковки автомобилей во дворе есть. Сам двор зеленый, тенистый, даже уютный. Кроме того, рядом есть небольшой стадион и детская площадка. Состояние дома хорошее.